Торжественный ритуал с выносом знамени, боем барабанов и произнесением клятвы. Посвящение в пионеры для третьеклассников школы номер 5 – событие особенное. Новоиспеченных членов Союза «Солнечный» пришли поздравить почетные гости – представители Думы и администрации, дети войны, учредители СДО. Первые лица города дали напутствие и отметили важность пионерских организаций. Очень важно помнить, что вокруг нас очень много людей, которые нуждаются в вашей помощи. Делайте добрые дела, и тогда ваша жизнь будет интересной, насыщенной. И вы будете понимать, что каждый прожитый день прожит не зря. Локацию для праздничного митинга организаторы выбрали не случайно. Обелиск Победы и Вечный огонь – традиционное место поклонения горожан павшим воинам. В годы Великой Отечественной войны наряду с бойцами неоценимый вклад в борьбу с фашизмом вносили пионеры. До 14 лет считались мы детьми. С 15 лет это уже были труженики тыла. Труженики тыла – дети, которые стояли у станков, которые собирали колоски. У вас счастливое детство. Берегите его. Гордитесь, когда вы будете носить красные галстуки. В завершении посвящения перед участниками выступил сводный отряд барабанщиков. Пионеры произнесли клятву и выпустили в небо триколор шаров. Гости митинга подвязали школьникам красные галстуки. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.